Следующие атаки исламского государства можно ожидать в Ватикане. Террористы планируют нападение на папу римского Франциска I. Об этом рассказал госсекретарь Ватикана агентству Associated Press. По его словам, на телеграм-канале сторонников ИГИЛ опубликовали видео, где утверждают, что следующая их цель – это папа. Госсекретарь отметил, новости его напугали, но уровень подготовки служб безопасности в Ватикане очень высок.